дорогие друзья, интересующиеся. Мы сегодня оперируем женщину 83 лет, которая большая опухоль выходного отдела желудка, осложненная субкомпенсированным стенозом и рецидивным кровотечением. Поэтому, несмотря на то, что у нее есть поражение легионарных лимфоузлов, и в другой ситуации было бы необходима неоадъювантная химиотерапия, в данном случае, с учетом осложненного течения и возраста, мы вынуждены от нее отказаться. Сейчас мы находимся на этапе формирования гастроэнтероанастомоза. Ну вот такой у нас интересный сегодня случай. Не будем говорить кейс, это уже не модно. Спасибо. Дорогие друзья, мы заканчиваем операцию женщине 83 лет, страдающей низкодифференцированной аденокарциномой выходного отдела желудка. Из особенностей: опухоль переходит на луковицу 12-перстной кишки, вызывает субкомпенсированный стеноз данного отдела и периодически подкравливает. Поэтому, несмотря на распространенность лимфогенного метастазирования, мы вынуждены были первым этапом выполнить операцию, субтотальную ретикцию желудка. Сейчас будем формировать межкишечный анастомоз по Брауна. Рак не пройдет. Мы победим. Давайте еще ниточку.